Встреча главы государства с представителями регионов была посвящена обсуждению самых актуальных и злободневных вопросов во всех сферах жизнедеятельности. Образование и культура, спорт и молодежная политика, сельское хозяйство и промышленность, социальная сфера и патриотическое воспитание – эти отрасли сегодня требуют внимания. Как подчеркнул президент, необходимо обеспечить качественный рывок по всем направлениям развития. Представитель Верхневолжья, директор Тверской гимназии номер 12 Татьяна Слесарева отметила то внимание, которое в ходе обсуждения было уделено сфере образования. Акцент был сделан на то, что внимание надо обратить на процесс образования. К 2025 году мы обязательно должны ликвидировать обучение во вторую смену. Это приоритетное направление. Мы должны ввести новые технологии в образовательный процесс. Второе направление – это, безусловно, дополнительное образование. А самое главное – это воспитание. Еще один представитель Тверского региона, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей, рассказал, что президент акцентировал внимание на важности постоянного диалога с жителями. Мы должны общаться с людьми и говорить людям именно то, что нужно двигать Россию вперед. Здорово сказал, что надо создать такой посыл, такую инерцию, чтобы даже через 6 лет, невзирая на какие-нибудь, если будут какие-то непредвиденные обстоятельства, Россия все равно продолжала двигаться вперед. Вот это самое главное. Юрий Бумбур, ТВ Тверь.